рассада мальвы нигра имеет прочные стебли и крупные зеленые листья. Вырастает в высоту около 100-15 см. В августе-сентябре зацветает чернильно-фиолетовыми цветами, которые в диаметре составляют около 13 см. Достоинство мальвы нигра – несложное в уходе, редко болеет, насыщенное цветом цветения. Семена мальвы нигра рекомендуется садить на солнечных местах для лучшего цветения. Поливать следует умеренно, нужно не допускать застоя воды. Подкармливать нужно 2 раза в месяц. Используется для смешанных цветочных клумб и в одиночных посадках возле лавочек, вдоль дорожек или забора. Мальва розовая нигра – это травянистый высотой 100-150 см. Цветет растение в месяц август-сентябрь. Окраска цветка чернильно-фиолетовой. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.